Здравствуй, милая моя Сонечка. Сегодня получил 8 писем от тебя и фотокарточку, на которой ты выглядишь очень хорошо. Это фото лучше из тех, которые были у меня раньше. Глядя на милый образ, я со щемящей в сердце грустью вспоминаю безвозвратно ушедшие дни, тихие сибирские ночи, которые часто укрывали нас в таинственно чарующей темноте. Прелесть пережитого вместе с тобой забыть нельзя, хотя счастье наше было таким мимолетным. Тихой, робкой, милой девушкой ты подарила мне свои лучшие дни. В то время я полюбил тебя. Сейчас на фронте оценил эту любовь, которая переживала все границы и вылилась в тоскливую грусть узника, постоянно мечтающего о прошлом и сомнительном будущем. Скоро напишу еще. Курительную бумагу получаю. Если можно, то пришли портсигар и мундштук. Передавай привет моей милой ма, Клаве, Эммочке, твоим папе и маме, Кузнецовой Лене и прочим. Целую. Вивен Мусохранов.